1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. В связи с этим событием в Рязани проводились различные акции и конференции о том, какое страшное заболевание СПИД знает каждый и к каким последствиям может привести распространение этой болезни, все прекрасно понимают. Чтобы напомнить жителям нашего города об этой проблеме, волонтеры фонда «Центр здоровой молодежи» вышли на Площадь Победы. Они раздавали прохожим листовки с изображением красной ленточки, символа надежды всего человечества на будущее без СПИДа. Мы в этой акции, в день всемирной борьбы со СПИДом, раздаем листовки с информацией о этой проблеме, об этой болезни. Зачастую наших подростков не хватает даже минимальной информации, поэтому важна любая, я считаю. Подростки не знают, что с ВИЧ-инфицированными людьми и больными СПИДом можно жить абсолютно, безопасно на одной территории совершенно. А поскольку информации нет никакой, люди боятся, опасаются, не знают, как общаться, всячески остерегаются и сторонятся подобных людей. Поэтому, я считаю, что любое великое дело начинается всего лишь с первого шага. И каждый должен сделать все, что в его силах, для того, чтобы помочь инфицированным. Хотя бы, один день в году возможно этому посвятить. В управлении Роспотребнадзора прошла пресс-конференция, посвященная Дню борьбы со СПИДом. По словам специалистов, в нашей стране эпидемиологическая обстановка по ВИЧ-инфекции по-прежнему остается напряженной. Случаи заражения зарегистрированы во всех субъектах Российской Федерации. В группу риска входит возрастная категория от 15 до 49 лет. Я помню, когда только появлялась эта инфекция, мы были очень удивлены, очень шокированы тяжестью ее проявления. Хотелось бы, чтобы она не распространялась, но к нашей беде, скажем так, эпидемия распространяется уже, она приобрела масштабы пандемии. 35 миллионов человек у нас страдают ВИЧ-СПИД на территории земного шара, причем ежедневно заболевают 7 тысяч человек. Из этих 7 тысяч человек 1 тысяча – это детишки. Вылечить ВИЧ-инфекцию, мы все прекрасно понимаем, невозможно, ее возможно только предупредить. Для того, чтобы предупредить, нужно знать пути распространения, пути передачи, как избежать и как не заразиться. Все это мы обо всем этом мы информируем население, в общем-то, как школьников, студентов, так и в последнее время, в общем-то, особенно акцент делается не только на школу, но и на старшее возрастное поколение, так как последние несколько лет выявляемость среди людей старших возрастных групп значительно, в общем-то, увеличивается. Этот день служит напоминанием о проблеме как самой болезни, так и зараженных людей. Привлечение внимания общественности к этим вопросам необходимо хотя бы для того, чтобы научить нас быть терпимыми, чтобы здоровый человек проникся пониманием и состраданием. Ведь напоминание о проблеме – лучшая профилактика.